Всем привет! Я Тимур Сабиров. Вы на канале Тимур и Артем Сабиров. Сегодня я вам расскажу о подводном мире. Здесь есть вот такой геликоптер. У него крутится пропеллер и две водяные пушки. Вот тут они крутятся вот так. Двигаются. Смотрите, здесь есть вот такая подводная лодка. У нее вот так двигаются руки. И вот этот так двигается. Ну, такие клещи. Здесь есть вот такой водолаз. В общем, здесь есть много водолазов. А здесь осьминог плавает. И он все время здесь плавает и любит искать сокровища. Он всегда их ищет своему другу-паучку. Здесь есть остров. Здесь есть две змеи, они хранят сокровища. А команда водолазов все время его ищет. Так вот же оно. Только никто не может понять. Они все думают, что это просто какой-то пенек упал в воду. А сам упал в воду и прищемился там как-то. Дерево же всплывает. И здесь есть батискаф. У него двигаются руки и есть сокровище. Вот такое. Он нашел это где-то под водой в зарослях. Есть вот такая подводная лодка. Вот так открывается. Здесь есть, смотрите, такой баллончик маленький. Можно водолаз и лодка всплывут на самый верх моря. Он водолаз этот вытянет, вот так баллон вытянет, даст водолазу, водолаз переоденется и прыгает в воду дальше плавать. Ну, давайте переходить к нашему главному гостю большой подводной лодки. У нее открывается люк, а в люке есть еще один люк. Привет! Смотрите, здесь вот так нажимается. А в кабине сидит капитан. Капитан, который не который отдает приказы, а который управляет подводной лодкой. А вот это вот капитан, который отдает приказы. Смотрите, что еще здесь есть. Вот так две маленьких подводных лодочки. И еще здесь есть вот такая лодка, пожарная лодка, которая затонула давным-давно. Маленькая подводненькая лодочка. Мне плавает какой-то водолаз, но я не знаю какой. Ну, я уже... А, вот, смотрите, я об этом забыла сказать. Это двигатель подводной лодки, которая затонула. И осьминог подбил подводную лодку, и двигатель подводной лодки упал на дно. И здесь стоит. Так, ну все, я о всем рассказал. Ставь лайк! И подписывайся на канал Тимур и Артем Сабиров. Всем пока!